Кабинет министров продлил действие карантина до 30 апреля 2021 года, установив его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19. Постановление вступает в силу с 24 февраля. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что документ предусматривает установление базового желтого уровня для всей страны. Находясь в желтой карантинной зоне, меры безопасности несколько смягчаются. Так, украинцев порадуют продлением графиком работы заведения общественного питания. В частности, с 24 февраля заведения питания, включая рестораны, бары и кафе, могут работать на час дольше, с 7 до 0 часов. Раньше должны были закрываться в 23:00. Будут разрешаться массовые мероприятия, если для одного человека есть 4 квадратных метра или заполняемость зала до 50%. Позволят посещать учебные заведения группами, но не более 20 человек. Зрителям разрешат посещение матчей командных видов спорта, но заполняемость мест может быть до 50%. В Славутиче издано соответствующее распоряжение номер 38 от 18 февраля за подписью мирского главы Фомичева. С 19 лютого 2021 року на території міста Славутич встановлюється жовтий рівень епідемічної небезпеки. Відповідно до цього забороняється перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи спеціальний статус. Самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації. Забороняється проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів, з організацією дозвілля, в тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо. Забороняється діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунка одна особа на 10 квадратних метрів. Подробніше можна ознайомитися на сайті Славутичської міської ради. Наконец-то в Украину прибыло 500 тысяч доз вакцин. Все они приобретены за бюджетные деньги. Вакцины разработаны Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Производство вакцин – Индия. ВОЗ включили их в реестр вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях. В Украине первую прививку получил врач-реаниматолог Черкасской областной больницы Евгений Горенко. Київщина получила 16 тысяч доз вакцин Oxford AstraZeneca. На первом этапе вакцину получат 3657 врачей, работающих в больнице с больными на COVID. Черниговская область также сегодня получила 6800 доз. В городе по критериям должны вакцинироваться 280 врачей. Из них согласились 87 человек и около 150 врачей уже переболели COVID-ом. Информации о поступлении вакцины в Славутич на момент создания сюжета пока не располагаем.